23 сентября губернатор Игорь Руденя провел встречу с депутатами законодательного собрания Тверской области 6-го созыва, завершающего свою работу. Напомним, что по итогам голосования жителей Верхневолжья, которое проходило с 17 по 19 сентября, будет сформирован новый состав регионального парламента. За 5 лет своей работы депутаты законодательного собрания 6-го созыва приняли 462 закона. В соответствии с указами президента России о национальных целях развития страны, региональный парламент оперативно принял необходимую правовую базу для обеспечения эффективной реализации в регионе нацпроектов. Благодаря скоординированной работе исполнительной и законодательной власти в Верхней Волжье существенно расширен комплекс мер, направленных на поддержку многодетных и молодых семей. Это отметил губернатор, обращаясь к депутатам. Все эти годы в депутатском корпусе и правительственной области в центре внимания и остается на человеке. Также в центре внимания остается забота о старшем поколении. В 2019 году принят закон, устанавливающий статус и меры поддержки детей войны в Тверской области. Увеличены и расширены меры поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий. За счет уже принятых мер планируется в ближайшие 5 лет увеличить объем привлеченных инвестиций практически в 2 раза, до 119 миллиардов рублей. Создать порядка 16 тысяч рабочих мест. Кроме того, при поддержке законодательного собрания в регионе внедряется новая модель пассажирских перевозок. По словам спикера областного парламента, все это было бы невозможно без четкой совместной работы обеих ветвей власти. Работать с нашим губернатором интересно. Работа была продуктивная. И сам Игорь Николаевич, большинство из его команды, из правительства, они конструктивно взаимодействовали всегда с областным парламентом. Мы всегда находили общий язык. Мы всегда находили взаимопонимание. В завершении встречи губернатор отметил, что такая работа заслуженно получила высокую оценку избирателей. Ведь они на прошедших выборах многим из этих депутатов вновь доверили представлять свои интересы в региональном парламенте.